А вы знали, что однажды про наш город сделали целый мультсериал? 5 лет назад у творческого тандема Ульяны Жиула и Натальи Кравцовой родилась идея проекта «Ну и Уссурийск». Специально для юнкоров уссурийской медиамастерской и их родителей в городском музее прошел спецпоказ. Ну и, в общем, началось-то с чего? Я не помню, наверное, в музее урвала две книги, одну Мезенцева, другую Паничкина. Видите, да, как все затерто? Вот они буквально вот рассыпаются. Вначале было слово, и слово было хронограф. В далеком 2019 году, сидя в декрете, Ульяна Жиула изучала исторический труд Николая Паничкина. Интересные факты про жизнь Никольско-Уссурийского, Ворошилова и, собственно, Уссурийска вдохновили Ульяну и ее подругу-художницу-иллюстратора Наталью на создание цикла смешных короткометражек о прошлом родного города. Нарочито абсурдный стиль скетчей обескураживает зрителя и вместе с тем подстегивает интерес к теме. Те герои, те реалии, которые мы создавали вокруг, они уже рождались вокруг того факта, который мы находили. Когда появлялся факт, на него накидывались герои, которые могли бы красочно и интересно про него рассказать. Стоит сказать, что у самого автора уссурийского хронографа, историка и краеведа Николая Паничкина мультфильмы сначала вызвали неоднозначную реакцию, но в целом идея получила одобрение. Но потом, когда я посмотрел еще 2-3 ролика, я понял, что там просто не сколько исторический материал, а сколько попытка популяризировать историю. То есть пробудить к ней определенный интерес через какие-то интересные, выдернутые из контекста события, но поданные с большой долей юмора. Пробная презентация в музее прошла успешно. По ходу просмотра зрители участвовали в обсуждениях и задавали вопросы. Создательницы проекта надеются, что уже в ближайшее время посетить открытые показы смогут все желающие. Екатерина Ельмина, Игорь Антонов, Телемикс.